Не продали? Нет, спросили, сколько лет, и сказали, что не продали. Серьезно? Да. Ну что, надо радоваться, радоваться этому. Приятно, да? Ощущение радости. Надо их пойти похвалить. Так, Владимира Дмитриевича послушаем. Много или мало? Для человечества это поколение. Для истории это миг. Мне бы очень хотелось, чтобы нам не продали ни в одном месте. Делаем наш город прекрасным. Потому что тогда это будет как бы вот, ну, какой-то хоть какую-то работу мы все-таки провели. Потому что это же у меня не первое. Поблагодарим тетю, скажем ей спасибо. С праздником вас, девчонки, спасибо вам большое. Вы совершили гражданский подвиг. Вы не продали нашему агенту пиво. Молодцы. Поздравляем вас с праздником. Желаю вам всего хорошего. Так и действуйте. Договорились? Чтобы у вас детей сегодня пиво не пили. И не сегодня, и завтра. Девушки тоже паспорт проверьте. Все, вот это приблизительно так оно и будет происходить.